В пятницу 25 марта в зале администрации района прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения муниципального образования Кашхабинский район. В работе заседания принимали участие первый заместитель главы района Руслан Емыков, начальник отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России Кашхабинский Аслан Дауров, директор Кашхабинского ДРСО Ибрагим Шавгенов, глава сельских поселений. Всего членами комиссии было рассмотрено 4 вопроса. По первому вопросу повестки дня: состояние аварийности на дорогах района за 2 месяца 2016 года и мерах по повышению безопасности дорожного движения. Повышение уровня безопасности движения на железнодорожных переездах доложил начальник УГИБДД Аслан Дауров. Докладчиком было отмечено, что за 2 месяца текущего года на территории Кашхабинского района зарегистрировано 5 ДТП, при которых 6 человек получили ранения. Для стабилизации дорожно-транспортной обстановки и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на территории Кашхабинского района территориальным подразделением ГИБДД сделан основной упор на профилактическую работу как непосредственно при осуществлении надзора за дорожным движением, так и по линии пропаганды безопасности дорожного движения. Начальник УГИБДД также рассказал о необходимости разработки программ по обеспечению безопасности дорожного движения в Кашхабинском районе на период 2017-2018 годов. О состоянии автомобильных дорог после зимней эксплуатации и о мероприятиях по нанесению горизонтальной дорожной разметки доложил директор Кашхабинского ДРСУ Ибрагим Шавгенов. Глава майского сельского поселения, в свою очередь, рассказал о наличии и состоянии остановок, освещении территории, прилегающих к общеобразовательным и дошкольным учреждениям майского сельского поселения.